мы лугой копаем, тепло добываем, и этим теплом согреваем всех вас. Последнее воскресенье августа жители села Сузоб собрались ради большого праздника. День шахтера. Здесь устроили концерт с песнями, танцами и футбольными баталиями. И самое главное, чествовали передовиков предприятия по добыче угля. Их отметили почетными грамотами и именными подарками. Поздравляю на самом деле шахтеров и желаю, чтобы этот угольный разрез, угольный бассейн алтайский, я с гордостью произношу слово «алтайский», что он открыт здесь. Мунайский разрез – сегодня единственное предприятие в Алтайском крае по добыче бурого угля и решает не только проблему топливной безопасности, но и создает в селах новые рабочие места. Сегодня самое главное, что мы сделали, мы собрали команду. Это самый главный наш потенциал. Ни техника, ни деньги. Самое главное – люди. Деятельность предприятия напрямую влияет и на экономику Салтонского района, где жители в основном занимаются земледелием. Я более 25 лет работаю главой, но такого масштаба, такой заинтересованности, таких вложений в добычу угля, но я не припомню. Сегодня на разрезе работают люди, средний возраст которых 30-40 лет. И они обеспечивают теплом тысячи котельных своих земляков. День шахтера – праздник, заслуженный тяжелым трудом. И потому на стадионе так много улыбающихся лиц. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий, «Будни».